Еду я на велосипеде, по тропинке, на велике. И вот тут вижу передо мной две коровы. На моем пути они начали на меня смотреть. Что делать? Ехать дальше, делать вижу, я их не вижу. Тогда почему, если им все равно они на меня смотрят? Или объехать их другой стороной? Или пробежать быстро? Или пройти мимо в надежде, что они мирные? Проехать или сойти с велосипеда? Я сойду с велосипеда, пожалуй. И сделаю вид, что я их не трогаю. Добрые животные. Добрые животные. Не бодаются. Сюда, судя по всему. Посмотрите, какая здесь красота. Это санаторий Куяльник. Очень известный санаторий. Как здесь классно, да? Вот эти коровы подтвердили, что я городской дикарь в очередной раз. Что я их испугался, а они даже на меня внимания не обратили. А ветер какой-то вот. И запах. Запах этого лимана. Вон электро. Электропышки. Так что и здесь красиво, в общем. С вами был Сергей Лихий. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на мой канал. Пока!